Подруга, я тебя не понимаю. Это такой хороший ланчбокс. Тим, взгляни на него. Он практически на уровне с землей. Он и вправду выглядит тяжелым. Он выглядит потрясно. Я бы отдал все, что у меня есть за ланчбокс такого качества. Можешь забирать? Эй, погодь. Эй, воу, Стив, Стивен. Ты что, отдаешь мой ланчбокс? Ты передариваешь ему мой чудесный бокс? Ох, Стив, ты заставляешь меня плакать. Кроме того, ты думал, что подарков больше не будет? У меня еще остался один подарок! Для тебя! Нет, у меня достаточно подарков! Да, дай Стиву передохнуть. Погоди-ка, а это реально классная шляпа. Узрите же! Большой Стэтсон! Воу, вот так шляпа! Фелис Навидат, мой добрый друг. Босс, а почему мы никогда не получаем подарки? Я все же считаю, что ланчбокс был круче, но так-то шляпа крутая. Вау, что? Оу, я тебя унизил! Я как гора на твоих плечах! Да! Победа! Босс? Что в этой шляпе? Волшебные гири, Стив! Маленький подарок от начальства! Боже, да каждый из них по 600 баксов, Стив! Вау, да я как Джайлз Кори, Стив! Я поймал тебя! Ситуация не из легких! Обычно мне не нужна помощь поймки вас, фрикозоидов, но ты крайне хитрая сука, Стив! Не пошевелиться! Ага, так и задумано. Нос, не сильно рад был знакомству. Мне будет вас сильно не хватать. Шучу. Mr. Morse, my body never found.